Создадим праздник сами. В связи с катастрофической нехваткой снега администрация Миасса придумывает, как порадовать горожан в Новый год без горок и катка. Эта зима обещает быть самой бесснежной за последние два столетия. Последний раз так же тепло было 119 лет назад. В связи с этим Миасс рискует остаться без традиционного ледового городка. Но сегодня руководитель администрации Станислав Третьяков пообещал горожанам, праздник из-за снега не отменят, как и елку в центре города. Есть даже мысли поставить снеговую пушку и сделать локальный снежный уголок в нашем городе. То есть этим мы занимаемся, это наша задача. А еще подключиться к оформлению города приглашают предпринимателей. Можно украсить улицы с помощью вот таких конструкций. Одна из компаний, которая украшала в том числе и Челябинск, предлагает большой выбор светящихся композиций – от городков до фонтанов. Миасс тоже можно разукрасить во все цвета радуги, особенно зимой, когда темнеет рано. Городская администрация предлагает поучаствовать в этом местных бизнесменов. Есть интересное предложение сделать точно так же, как на главных улицах Челябинска, когда световые консоли разноцветные будут размещены на проспекте Автозаводцев и проспекте Макеева. Со своей стороны администрация окажет всю информационную, методическую помощь, организационную помощь. Координатором данного проекта со стороны администрации будет управление жилищно-коммунального хозяйства Качев Александр Александрович. Мы не просим денежных средств от вас переводить в администрацию, то есть мы просто дадим контакты, где все это можно заказать, оплатить, и дальше уже люди приедут и развесят, и украсят наш город.